Приветствуем вас, наши дорогие друзья, на нашем канале Baby to Dubai. Сегодня мы хотим вашему вниманию представить Blaster, Fortnite, TCR. Наконец-то пришло то время, когда мы с вами можем поиграть с наслаждением, стреляя в друг друга холодной водичкой. И в этом поможет нам помповое ружье от Fortnite. Устройство бластера, которого мы сейчас проведем обзор, очень простое. Есть отверстие для заливания жидкости, которое параллельно служит прицелом. Есть небольшой секрет. Вот здесь вот отверстие, желательно, чтобы оно было вверху, иначе вода будет проливаться, когда мы будем наклонять бластер. Рукоятка помповая, которую мы оттягиваем. И чем резче мы затягиваем рукоятку, тем сильнее струя. Вот и все секреты. Fortnite нас всегда радует очень классными материалами, эргономикой ручки, приклада, вообще всего. Очень хорошо подобраны цвета, яркие. Как всегда, надпись с одной стороны выделена, с другой не выделена. Поэтому сейчас мы с вами переместимся на природу и увидим его в действии. И вот, друзья, мы с вами на природе. Сейчас мы произведем зарядку нашей техники, нашего бластера Fortnite. Вот так мы заливаем воду. Воду берем из-под крана. Идеально, конечно, фильтрованную, но мы до этого еще не дошли. Сюда входит литр воды. Все, я закручиваю. Не буду нарушать гармонию природы. Бутылочку мы отложим, потому что это боеприпасы наши. Закрываем. Сейчас проверим наши технические характеристики. Дальность полета струи. Видали? Вообще, вот это техника. Готовимся к измерению дальности и силы, и точности. 5 метров. Пять метров слабо. О! Уже чувствуется силище. 4 метра, ребята. Закончились боеприпасы. Идем за новыми. И вот мы. Посмотрите, какая струя в дерево. Объявлено. Ну что, ребят, вы видели, как он работает на природе возле воды? То, что нужно в летний период. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и получайте скидку по промокоду УТКА